благословляет нас быть на всем месте, услышать Его голос через Слово Его. Господи, прошу, приготовь наши сердца к Твоему Слову, Господь. Открывай наш дух Твоему Духу. Благослови нас, Господь, услышать Тебя, прославить имя Твое, поклониться Тебе. Поддержи каждого, кто, Господи, имеет нужду, кто, Господь, нуждается в Твоем присутствии сегодня. Даруй, Господи, каждому силу Духа Святого быть верными Тебе, послать имя Твое Святое, нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Прибудь с нами сегодня в каждом нашем шаге, в каждом нашем вдохе. Тебе, Господи, слава, Тебе честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и во веки веков. Аминь.
Аминь.